Доброе утро. Всем привет. 18 мая. 18 мая. У меня много планов на сегодня. Ну как много планов? Не то, что много планов. Просто такой день у меня интересный. Во-первых, 18 мая это 25-летие. 25 лет. Четверть столетия, друзья. Прошло с того времени. Как я приехала в Америку. Из нее не выезжала 25 лет. Никуда. Не то, что на родину, вообще никуда. Так что да, 25 лет. Четверть столетия я живу в Штатах. Приехала 19-летней девчонкой. Теперь уже сами посчитайте, сколько. Да, пролетела аж удивительно. Целый взрослый человек в это время родился и вырос. Живу все это время здесь. Дальше. Куда я еду? Я еду за Тринити. У нее сегодня чистка зубов у дантиста. Пожелайте мне удачи. Я ей еще не сказала. Я просто сказала, что заберу ее раньше со школы. И она: да, серьезно? Так что будет интересно. Плюс у Габриэла в 5:30 тест по вождению. Скорее всего, он его пройдет и завтра получит права. Дальше. Также хочу, если у меня вдруг смотрят крымские татары, хочу принести честь памяти геноциду, который произошел в 1944 году, 18 мая, когда крымские татары начали ссылать из Крыма по разным территориям России, уничтожили их, начали уничтожать их жизни, забирать все у них. Это очень-очень печально. Ладно, дедушка. Так, мы справились с дантистом. В общем, когда я Тринити забирала, она: мама, куда мы идем? Я говорю: мы идем к дантисту. Сразу слезы. Говорю: Тринити, послушай, мама, если ты себя будешь хорошо вести, если ты дашь им почистить свои зубы, мама тебя поведет в Walmart за игрушкой. Мы же про Walmart уже страдаем долгое время. Короче, мы все равно плакали, но более-менее держались. Нам даже сделали снимок. И она дала снять всю такую гадость, которая у нее уже наросла на зубах, со слезами, но дала. Слава Богу, хоть зубы теперь видно эти. В общем, спасли это, и заодно у нее зуб выпал. Так что у нас теперь зубик в маленьком сундучке для зубной феи. У нас почищены зубы, и мы едем за игрушкой, как мама обещала. Так что мы поехали в Walmart. Мы в Walmart. Okay, show me. Oh, this one missing a toy. You need to get another one. Yeah, we can get the other one. Yeah, someone already. Кто-то уже стырил. Yeah, this is has everyone. Вот таких симпатюлик она хочет. Okay. I put it in. Короче, после игрушечного отдела я случайно зашла в продуктовый и случайно потратила $174.45. Ну, Джилета мне уже как бы спрашивала, говорит: мама, а когда продукты покупать будем? Похоже, это было сегодня. Так, я уже детей забрала из школы. Как видите, у меня здесь another, то есть еще один заказ. Заказ от очень милого человека, то есть моей мамы. Она хочет, чтобы я сделала торт для ее клиентов. У нее клиенты, которые поддерживают Украину, и она их хочет отблагодарить тортом. Так что печем медовик. Эти самые коржи я испекла.
было не до съемок. Я тут в муке и вообще. Пока пекла, ручка с поддуховки слетела. Ну, короче, все, все как надо. Она горячая, чтобы прикручивать. Ну, короче, как-то справилась. Я еду за коробкой для торта. У меня нет коробок и этих кружочков для тортов. Так что поеду, пока они еще открыты. Мне сегодня надо это провести к маме. И сегодня у нас тест. И сегодня Скарлетт церковь. Ну, короче, у нас много всего сегодня. И завтра у нас последний день школы. Я так понимаю, они завтра просто будут прыгать на надувных прыгалках. Так что у них будет день... веселье. Ладно. Мой рыцарь меня спасает. Did you fix it? Wow! You awesome! Next garage door. Мы едем. Yo! How you feeling? Confident. Уверен. Ну ладно. Едем на тест по вождению. А его сегодня друг привез домой на спортивной машине, в Мустанге. И с ручным сцеплением. Дал ему поводить. Габриэл сказал, только так. Только так тебе буду водить. Понравилось. Интересно. Ладно, ну сколько машин тут. Едем. Сижу уже в третий раз с третьим ребенком. В этом месте сдаем тест. Ну, инструктор сказал, он хороший водитель. В общем, даже инструктор как бы уверен в Габриэле. Так что, скорее всего, все будет хорошо. Ну, дай бог, потому что сейчас как бы час пик, много машин. Мы ехали сюда, я говорю, нифига себе, сколько машин, Габриэл. Ну, как всегда, говорит, не везет. Говорю, все будет хорошо. Так, ну что я хотела сказать. Получил права, что я стоило ожидать. Мы, в общем, совсем не удивлены. Так что, да, у меня телефон сдох, я не могла снять прям там. И завтра мы уже поедем получать официальные права. Не знаю, как долго это может взять. То место, где мы получали его разрешение на вождение, его уже закрыли. Я говорю, блин, там так все быстро было. Он говорит, да, закрыли. Я говорю, а почему? Он говорит, да, говорит, видно, потому что... ковидные деньги у них потратились, нету больше за что. Тортик готов в коробочку. Здесь у меня, это у меня лаванда, а это у меня шалфей. И отвезу маме. Так, торт быстро склала вместе, продекорировала по-быстрячку сегодня в этот раз. Никаких пчелок, никаких этих самых. Я даже подумывала насчет флага Украины, ну короче. Уже 7, еще детей купать, короче, нет. Хорошо, что борщ есть, я больше разогрела наш ужин. Вот такое у меня, вот такая у меня годовщина в Америке. Вау! Кстати, на свою годовщину в Америку я так же самое убирала, летала везде. Убирала дом, я помню, что я где-то в 6 вечера просто была в нокауте, потому что перемена времени, я как бы это не ощущала. Проснулась очень рано утром, и так все получалось так, что мы въезжали в эту квартиру, как мой бывший въезжал туда, перевозил вещи, пока он въезжал, я убирала эту всю квартиру. И я помню, что в 6 вечера я так, типа, мне надо отдохнуть, я легла и не проснулась до следующего утра. Так что, как-то так. В самых лучших традициях годовщины я летаю туда-сюда. Едем к бабушке. Я пришла тебя снимать. А, да ты что, мне чай сделали. Привет, кисюлька маленькая. Покажем тебе красавицу всем. Да, вот такую красивую. Мурочка, скажи мяу. Скажи. Не поняла. Смотрите, это клиент мамин, клиентка. Тут написано «Слава Украине».
Да. Да. Тут написано «Слава Украине» английскими буквами. Да. Лошадь одна. Трезубец. И цветок подсолнух. Да. Это мамина клиентка нарисовала и подарила нам от принтовки. Мне вот эту большую. Она большую нарисовала для этого, компании себе. Ага. Видите? И нам сделала копии. Мне, маме и Лиле. А вот Лиле вот такая, как полотно. Угу. Ну, точно такая же. И маме вот. На металлической. Ага. Ой, прикольно. Это совсем другой цвет на металле, да? Видите, голубой, желтый, пшеница, небо. Мама уже приготовила мне чай, хотя я как бы не планировала оставаться. Ну, чай приготовлен, я, а что? И вот Валде такой новый тортец она подкупила. Вкусный, слышишь? Я видела, девчонки рекламировали в группе. Так что реально вкусный, такой вкусный. Я, наверное, второй кусочек съем. У меня же это годовщина 25-я. Да, празднуем немецким тортом мое пребывание в Америке украинской женщины. Мне огород показан. Ничего себе, помидорки висят уже. Ничего себе, мам. Крутяк. Скоро будем салаты есть. Ну, кто-то из нас будет салаты есть. Кто-то будет казать, да не надо. А? Такого укропа не надо? Сохраняй на огурцы, мама. Да, я вот это же сохраняю. Будем консервировать. Град был у мамы, у нас не было, да, и побил ей листья. Ну, листья то ладно, переживем. А то что, чернобрюдцы у тебя так красиво цветут? Ну, это я два купила готовые, а это посеяла. Ой, красота. А они, кстати, хорошо от жуков, молодец. Ну, вот я же специально могу. Да ты вообще у нас умная садоводка. А какие красивые у нас. Бочковые. Бочковые огурцы у мамы. А тут какая клумба. Все у нас чики-пуки. А здесь тоже красиво. Молодец. Все там же и сидит. Так, это следующий день. Кстати, всех с днем вышиванки. Я в своей новой вышиванке. Посмотрите. Под черную юбку. Сбросила детей. У нас последний день школы. Ну, как я сбросила девчонок. У них там прыгалки. Короче, не будет фан. Габриэл сказал, что он не идет, потому что мы едем получать права. И не знаем, как долго это может взять. Прошлый раз, когда мы получали права, было в том особенное место. Оно было открыто на деньги, ковидные деньги. И явно эти деньги уже тютюкнулись. Так что возможно, нас ждет очень длинная очередь и длинное ожидание, чтобы получить эти права. Но мы все равно это сделаем. Так что, так. Я всех поздравляю с днем вышиванки. Теперь я о нем знаю, наконец-то. Благодаря вам. Ну, как бы я знала, что оно есть, но я не всегда знала, когда. Так что в прошлом году Роман Сикора мне об этом сказал. Так что я теперь вовремя одела вышиванку. Вот. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Как всегда, молимся за Украину, верим в победу, в свободу. Пусть живет Украина. До новых встреч и бывай.